А Брайан, в чем причина сегодняшнего поражения? Даже не знаю, была очень тяжелая игра. Ростов очень хороший соперник. Всегда игры против них были тяжелыми, боевыми. То мы выиграли, то они. Сегодня вроде взяли мяч под контроль, хорошо действовали в первом тайме. Потом пропустили ненужный гол во втором тайме. А второй гол вообще оказался вследствие ошибки. Слишком этот гол нас подавил, сразу же забили третий. И уже, конечно, времени не хватило отыграться, хоть мы забили один гол. Неприятно, сейчас такая очень плохая серия у нашей команды, но надеюсь, что в последнюю игру выиграем у себя дома и уже следующий сезон начнем уже в более для нас привычном хорошем русле.